Здравствуйте, дорогие друзья! С вами опять я, Клавдия Корнева. И вы видите, какая у меня щука. Это самое. Но она уже разделана. Видите, как ее разделали? Мне такую подарили щучку. И я хочу ее зафаршировать. Конечно, я бы предпочла снять чулком. Но я теперь мне легче будет. Отсюда я сейчас уберу и хребет, и мякоть уберу. И потом буду показывать, как я буду делать. Обязательно жабры убирайте. Видите, жабры здесь нет. И я хочу ее запечь в духовке. Вот в таком виде примерно будет она. В общем, сейчас я убираю все кости и мякоть отделяю. И вот вы видите, у меня уже рыба, шкурка там и мясо от рыбы. Хребет я выкинула, зачистила. Значит, что я буду добавлять еще в наш фарш? 200 грамм, видите, вот такого сальца с прослойкой мяса. Две картофелины и две маленькие головки чесночка. Вам не видно? Вот здесь вот у меня чеснок очищенный. Это я сейчас прокручу все через мясорубку. И вот у нас уже фарш прокручен. Два раза я его все прокрутила. Немножечко солим, перчим и добавляем столовую ложку соевого соуса. Поэтому мы меньше посолили. И хорошо вымешиваем. И вот фарш у меня уже готов. Я его два раза прокрутила, хорошо вымесила. Шкурку я здесь сбрызнула лимончиком. И сейчас видите, как я буду выкладывать сюда наш фарш. Он будет сочным. Не бойтесь. Так, и сейчас я скреплю зубочистками. Распределю еще здесь мне кусочек. И вот, видите, я уже нафаршировала, уложила на листик нашу щучку. И я почти ничем не закрепила. Просто хорошо выровняла и будет запекаться. Запекаться она будет целый час в духовке. Духовка нагретая сразу до 200 градусов. Потом я ее переключу на 180 градусов. Так, щука наша еще в духовке, осталось еще немного времени. Я хочу, вот видите, я отварила картошку до готовности. Значит, что здесь у меня? Я нарезала зелень, здесь петрушка и укропчик, чеснока выдавила и сладкого перца. Значит, я сюда высыпаю это все. И чесночок, и перчик. Что я еще добавляю? Я добавляю кориандра, пол чайной ложки, черного горького перца, треть чайной ложки, и чуточку я добавляю соли, так как она немножечко недосоленая. Что я еще добавляю? Значит, добавляю растительного масла, хорошо перемешиваю. Далее еще добавляю панировочных сухарей. Немного еще перемешиваю. Еще добавлю. И сейчас вот эту картошку я добавлю до рыбы, до нашей. Там я фольгой закрыла уже хвост и голову, чтобы она
не пригорела. И вот эту картошечку идет до рыбы. И у нас осталось 15 минут, и блюдо будет готово. И вот видите, я уже достала нашу щуку фаршированную ровненько. Она не полопалась, хорошо поджарилась. Корочка такая аппетитная. Здесь я закрывала, видите, чтобы не обгорела бумагой. Я сейчас дам остыть ей. И потом я хорошо украшу на блюде, чтобы подавать. Такая картошечка, она вкусная и холодная. И вот наша щука фаршированная. Видите, у меня на блюдо вы такой на подносик я выложила. Картошечка наша запеченная, отваренная. Очень вкусно, красиво смотрится. Приятного аппетита и удачи вам. Готовьте с удовольствием, радуйте своих близких. Не только нужно вкусно приготовить, но немножко хотя бы украсить. Как вам в голову взбредет, так и украшайте.